Мария Демидова, 22 года, родилась в Саратове, работает менеджером в психологическом центре. Во время учебы в университете играла в КВН. Жизненное кредо, что не делается, все к лучшему. Ну вот и подходит к концу наш проект. И от этого даже как-то грустно. Впечатления по поводу пятого задания неоднозначны, так как при написании сценария сюжет родился моментально. А вот уже во время самих съемок и монтажа пришлось изрядно понервничать. Участники вообще все молодцы. И как ни странно, на этом проекте я чувствовала больше не конкуренцию, а добрую атмосферу взаимодействия и любопытства. А кто что придумает на этот раз? Как бы это банально ни звучало, но я очень рада, что мне повезло познакомиться с замечательными и интересными людьми, которые сопровождали меня на протяжении этих 5 недель. Я благодарна вам за тот опыт, который вы дарили совершенно бескорыстно. Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Прям да, мультиварка варит, да, это очень круто, да, я хочу мультиварку. Вот так. Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.